Жили, не тужили, наслаждались свежим воздухом, который жителям микрорайона Бутово парк дарил большой лесной массив. Но в один весенний день спокойствие нарушила строительная техника. Началась вырубка деревьев. Выяснилось, что теперь земля находится в частной собственности. Моментально были, конечно, работы прекращены, но поскольку не было оснований, пока мы не знали основания прекращения этих работ, попытки возобновить эти работы, они имели место быть. И жители, конечно, реагировали на эти события, вставали, можно сказать, грудью за этот лес. По генплану и правилам землепользования и застройки, лесопарковая территория в микрорайоне Бутово парк возле дома номер 21 находится в зоне рекреации. Строить здесь нельзя и, конечно, запрещено вырубать деревья. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов уже несколько раз встречался с местными жителями, чтобы выслушать их позицию и помочь людям отстоять лес. Сегодня позиция губернатора, и он это на обращении жителям говорил, лес и придомовые территории могут использоваться только в одном случае. В случае с полного согласия жителей, которые живут рядом с данными массивами. Другого быть не может. К проблеме подключился депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, который в начале этого года возглавил Всероссийское общество охраны природы. То, что мы не дадим здесь не только строить, но и рубить ничего больше, это однозначно. Просто нужна будет сразу информация. Не знаю, почему вы не обращались ко мне как депутату. У меня есть все полномочия делать депутатские запросы. Вот, вплоть до прокуратуры, до президентских всех структур. Так что теперь это как бы моя такая же ответственность, как и главы на сегодняшний момент. Надеюсь, что собственно понимает, что таких безобразий больше происходить не будет. Несмотря на то, что собственник участка найден и глава лично приглашал его на встречу, явиться некий Сергей Юрьевич не соизволил. Прислал представителя, она и рассказала о планах владельца земли. У собственника были планы по застройке, да, но однако после принятия генплана 3 июня 2021 года данная зона вошла в зону рекреации. Соответственно, строительство на данный момент запрещено. И собственник принимает решение о дальнейшей судьбе данного участка. Мы настаиваем на том, чтобы собственник передал земельный участок муниципалитету. И если собственник откажется передавать земельный участок муниципалитету, администрация намерена обратиться в суд. Это принципиальная позиция главы Дмитрия Абаренова. То есть в течение месяца он не возвращает землю, мы идем в суд. То есть сегодня у нас 3 августа, да. 3 сентября, да. Как да. Символично. Да. Вы пойдете в суд. Хорошо, договорились. В случае благоприятного исхода дела у округа появится возможность провести в лесопарковой зоне благоустройство, учитывая пожелания жителей. Обустроить дорожки, установить освещение. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.